ежики вернутся домой. Бин не слышит ежика. Развилка. На указателях не хватает опознавательных знаков. Надо бы починить. Какой интересный гриб. По-моему, он как-то связан с указателем. Какой интересный гриб. По-моему, он как-то связан с указателем. Ёжик починил указатель «Домик ёжика». Ёжик живет в уютном домике на берегу моря. Морковка. Ой-ой-ой. Крош не очень хорошо разбирается в кактусах. Отличный прыжок! Домик Кроша выглядит так же весело и жизнерадостно, как и сам Крош. Слишком низко для Кроша. Розовая краска. Отличные солнцезащитные очки. Розовый бантик. Это как-то связано с Нюшей. Ёжик починил указатель к домику Нюши. Около домика Нюши после грозы осталось лежать дерево. Пока путь дальше невозможен. Хопа! Этот предмет похож на циркуль лосяша, но он не настоящий. Точный прыжок. Около леса живет Каркарыч. В такую погоду очень здорово бегать по улицам, а не сидеть дома. А я вот тоже не сижу дома, только я забыл. Я что-то хотел сделать. Пойду-ка я в гости к Савунье, а то совсем забыл. Мы же договорились сегодня с ней встретиться. И я должен принести что-нибудь к чаю. Огород Копатыча богат разными растениями. Карычу надо помочь найти что-нибудь вкусненькое к чаю, чтобы он смог пойти к Савунье в гости. Ведь с пустыми руками в гости не ходят. Так к чаю очень хорошо подойдет мед. Но у меня его пока нет. Еще и мята хороша для чаепития. Мята к чаю? А где же нам ее взять? Сейчас вырастим. Вот и мята выросла. Мята
Наверное, понравится Карыч. Понравится, несомненно. Карыч, Копатыч посоветовал пить чай с мятой. О, как чудесно! Спасибо! На солнышке греется лосяш. Около него находится какое-то странное устройство. Лосяш, если честно, то мы из другого мира. Какой замечательный факт! Значит, она работает! Машина сломалась, и мы не можем вернуться обратно! Любопытно. Пин может попробовать отремонтировать ее. Лосяш, если честно, то мы из другого мира. Какой замечательный факт! Значит, она работает! Машина сломалась, и мы не можем вернуться обратно! Любопытно. Пин может попробовать отремонтировать ее. Я не могу докричаться до Пина. Не беда. При помощи моего многофункционального усилителя голоса я могу пересылать голос куда угодно. Только он пока разряжен. А как его можно зарядить? Для устройства усиления голоса нужно красное, круглое и сладкое топливо. Копатыч, круглое, сладкое и красное. Что это может быть такое? Арбуз это! Арбуз круглый, сладкий и красный внутри. Подойдет как топливо для прибора лосяша. Надо побольше вашего топлива вырастить, чтобы не израсходовалось быстро. При помощи моего многофункционального усилителя голоса я могу пересылать голос куда угодно. Для устройства усиления голоса нужно красное, круглое и сладкое топливо. Ёжик не умеет так высоко прыгать. Это мое изобретение. Я не могу его просто так отдать. Но могу совершить обмен на другое полезное устройство. Я был бы рад солнцезащитному устройству для моих глаз. Ведь скоро будет солнечное затмение. Давай меняться! Отлично! Теперь я вооружен для наблюдения солнечного затмения.